Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим тефтели с подливкой. У меня сегодня сметанный соус. Для приготовления нам потребуется 500 грамм мясного фарша, 200 грамм сметаны, 1 луковица весом 100 грамм, 1 яйцо, 10 грамм муки, 70 грамм круглозерного риса. Из специй я буду использовать черный молотый перец, мускатный орех и соль. Рис необходимо промыть и залить кипятком и оставить на 5-7 минут, после чего хорошо промыть еще раз. Для приготовления тефтелей нам необходимо смешать лук, мелко порезанный, 1 яйцо, фарш, добавим промытый рис, черный молотый перец, примерно 1/4 чайной ложки, соль добавляем по вкусу, я 1/2 чайной ложечки добавляю. Теперь необходимо все хорошо размешать. Чтобы тефтели во время приготовления сохранили свою форму, фарш необходимо отбить. То есть просто берем руками готовый фарш, вкидываем и кидаем. И это необходимо сделать около 10 раз. Подготовим заливку, смешаем сметану и муку. Это не полная столовая ложка, 10 грамм. Сюда же добавим мускатный орех, примерно 1/3 чайной ложки. Хорошо все размешаем. Я взяла 400 мл кипятка, добавлю неполную чайную ложку соли, все хорошо размешаем, и сюда же добавим сметану. При этом необходимо сразу все размешивать. Вот таким образом. Это будет заливка. Итак, руками формируем небольшие тефтельки. Чашу я ничем не смазываю и выкладываем эти тефтели в чашу. Вот таким образом. Хорошо и удобно формировать тефтели влажными руками, тогда фарш не прилипает к рукам. Итак, заливаем тефтели заливкой. Не забывайте, что рис у нас сырой, поэтому часть воды впитается в рис. То есть, смотрите, у меня заливка почти полностью покрыла тефтели. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения, вид продукта овощи. 40 минут нам будет достаточно. Нажимаем старт. Фарш готовится достаточно быстро. Прошло 40 минут. Вот такие тефтели в подливе получились. Очень-очень вкусные и аппетитные. Как вы смогли убедиться, тефтельки готовятся очень быстро и просто из доступных ингредиентов, а получаются очень-очень вкусными. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!